Собрали куда-то, прямо из военкомата. Увезли, дали, автомат в руки дали. Ты прости, мама, что я был такой упрямый. Я служить должен. Родные не знали, что парня в армию забрали. Но я в письме первом напишу все непременно. Ты прости, мама, что я был такой прямый. Я служить должен так же, как все. Ну а когда, мама, опять вернусь я на гражданку, ты поймешь сына, настоящего мужчину. Ты прости, мама, что я был такой упрямый. Я служить должен. И давайте все вместе, так же, как все. Паровоз учится прямо на границу. Так что аты-паты, мы тебе солдаты. Паровоз учится прямо на границу. Мы теперь солдаты. Мы теперь солдаты. С выпускным вас поздравляем. Счастья и радости желаем. Поговорим немножко стихами. Ура!